Ну, момент Марсик, истины. Мусор. Марсик. Марсик. Марсюшка. Быстрей. Так, Мирка. Марсюник, иди. А то я всем рассказываю, какую тебе честь. Марсик, иди, иди. Не со мной. Рада. Иди, Марсюшка. А вы стойте тут. Раз в неделю мы... Мирка, Мирка, никуда не ходи. Мы, ну мы. Виктория выносит мусор из того бачка. И берет с собой Марсика. Стоп, Мирка! Мирка, нельзя туда. Она доверяет только Марсику. Вот они пошли, повесят там на крючки. А этим нельзя, не позволено. Вот он. И он ждет. А тут что-то приснул. Пришлось два раза его кричать, Марсик. Обычно он уже тут сидит возле забора. Вот такая процедура. Мирка! Мирка мечтает попасть в другой мир. Но ее не пускает. Пошли. А Марсик? Марсюха. Он пошли. Получил такую привилегию. О. Все. Теперь они его встречают. Ну что там, Марсик, ну что, ну расскажи, как там в другом мире? Что ты там видел? Там собаки есть. Там, говорят, есть коты есть черные. Там есть, говорят, курицы живут в другом мире. Неужели это правда? А что такое курица? Ну это такая. На двух лапах. В общем, вот доверяет только Марсику. Все, больше никому. Такое мероприятие. Марсика всегда берем с собой в машину. Он у нас ездит даже за рулем. Мусор выносит. Даже Лирику не доверяем мусор. А Марсику доверяем. Самый он у нас ответственный. Пойдем, Марсюшка. Сейчас даже фонарь марсианский нас увидит и засветится. Ну, включайся. Опа. Закрываем гараж. Сейчас стало прохладно. Вот и Радочка научилась в дырочку выходить. Все. Такой короткий ролик о том, как Марсик выносит с Викторией мусор.